Видно много красивых мест, которые так и просят, чтобы их запечатлели в фотоснимках. Участники номинации «Новый город», не сговариваясь, все вместе показали всю прелесть видновских улиц, скверов, площадей. В номинацию же «Старый город» присылали фотографии, найденные в семейных архивах. Многие рассказывают о том времени, когда город еще только зарождался. Эти фотографии рассматривать особенно интересно и людям, кто помнит те годы, и молодым. В номинации «Старый город» было немного работ, но каждая заслуживала особого внимания. Один кадр может быть историей? Может. Может быть. Еще какой? Еще какой. Да, он может даже быть больше рассказать, чем какой-то роман, допустим, или повесть какая-то. Уверена, все участники с трепетом ожидали исхода конкурса, предугадать который было практически невозможно. Ведь победители выбирали телезрители, каждый из которых, позвонив на телефоны прямого эфира, мог отдать свой голос за одну работу в каждой номинации. Больше часа шло голосование, в итоге определились 6 авторов. Все они были приглашены на торжественное награждение, прошедшее в День города. Огромное спасибо за то, что приняли участие в нашем конкурсе и победили в номинации «Старый город». У нас в семье, значит, муж завел такую специальную картотеку. Значит, все собрано, все фотографии, все кинопленки там, все, в общем-то. И, конечно, вот у меня есть внучка, она тоже интересуется этим делом. Для Веры Степановны Габелко победа стала полной неожиданностью. Для нее эти фотографии прежде всего память о родителях. У нас очень много фотографий старых. Не цветные они все, но много фотографий. Перебираем часто. Среди победителей были и юные фотографы. В нашем городе есть очень много интересных мест. Наверное, больше всего мне нравится площадь, которая находится около Искры. Участвуйте в конкурсах телеканала «Видное ТВ». Возможно, пройдет много лет, и снимки нынешних молодых фотографов станут частью истории нашего города. Татьяна Брылова, Алексей Иванов, Елена Кошелева. «Видное ТВ».